Рада вас видеть всех на своем канале. С вами Алла Белочка. Девочки, мальчики, кто любит повышивать, есть для вас прекрасная новость. Если еще не слышали и не видели такую информацию, то сегодня я вам обязательно расскажу. Итак, сейчас в Леонардо проходит супер акция распродажа наборов от Панны по привлекательным ценам, стоимость которых составляет 50 и 199 рублей. Продаются такие наборы, которые снимаются с производства, то есть распродажа этих наборов. Об этой информации я узнала в переписке с Ксюшей Арчи. Мы частенько ВКонтакте переписываемся с ней, и буквально утром вчера она у меня спросила: «А ты смотрела ролики на Ютубе, в которых девчонки хвастаются своими покупками, то, что сейчас проходит такая супер акция?» Я в ответ ответила, что нет, как-то я прошла мимо таких видео, обязательно сейчас все посмотрю и разузнаю. Но как-то у меня были покупки до этого, я еще не снимала видео, покупки с Мировышевки, и у меня буквально сегодня день рождения. Снимая быстро этот данный ролик, хочу с вами поделиться этой новостью и своими приобретениями. Итак, затарилась я хорошенько перед день рождения, сделала себе такой подарок, и об этой акции как бы я смотрела, и меня не очень вдохновляло на покупку, да, не было желания, то есть я уже закупила и так себе прилично наборчиков, думаю, ладно. Но меня очень сильно разбирало любопытство и большой интерес, какие же наборы еще продаются, помимо тех наборчиков, которые показывают девочки в своих видео. Конечно, огромное любопытство и приятная цена, почему бы не заехать в Леонардо и не посмотреть. Итак, жители Санкт-Петербурга, есть для вас новость, если вы живете в районах, как Приморский район и Выборгский, вы должны знать прекрасно метро Просвещение, и есть там торговый комплекс «Норд». Находится Леонардо прямо там. Совсем недавно я узнала об этой новости. Он находится в подвальчике на первом этаже, скажем так, да? Итак, заехали мы по пути буквально вечером в этот магазин. Я сразу пробежала быстро, скоро закрытие магазина, начало 10-го. Итак, я спрашиваю у продавцов: девчонки, подскажите, то скоро закрывается магазин, где у вас супер акция распродажа наборов от Панны? Она меня провела, все показала и говорит: выбирайте, сейчас все в куче, все на стендах, все в куче. Представьте, у них прошла ревизия, и они делали переучет, и все перемешали. Кроме меня были две таких охотницы на такую акцию, наборчики от Панны, тоже бегали, искали и все проверяли в специальных автоматах по штрих-коду. Я тоже последовала и ихним действиям. Также брала очередные наборчики, которые более-менее нравятся, и подходила, проверяла, какая цена. Меня хватило буквально на полчаса. Все. Я выбрала один набор в том магазине и все, плюнула. Думаю, ну все, скоро закрывается магазин, а очень хочется что-то еще выбрать, надо ехать в другой Леонардо. Итак, мы были всей большой семьей моей, на машине ехали мой сын и муж. Ну, это шутка, конечно. Трое человек в машине, после всех дел я их загрузила, они вытерпели это, так как у меня сегодня день рождения. Муж молчал и поехал, повез меня в очередной Леонардо. Я говорю: скорее, быстрее, вот хочу, не могу сегодня найти еще что-то и купить по такой привлекательной цене. Итак, представьте, 9:30, мы мчимся на этой машине в очередной Леонардо. Забегаю в Мега Парнас, есть там тоже очередной такой магазин. Девчонок спрашиваю: где у вас эти наборчики? А у нас отдельный стенд. Ой, как здорово, все, я пошла смотреть. Там много было разных наборов по 50 и 199 рублей. Но продавец сказал: более интересно, как-то наборчики уже разобрали. Эта акция проходит с 23 мая. И я только недавно узнала об этом. У нас, конечно, в Питере очень много Леонардо. Можно ездить, конечно, по всему городу искать, но у меня нет времени на это. Итак, в этом, во втором магазине я выбрала еще два наборчика. Перед вами три набора по 199 рублей. У меня также есть скидочная карта 6%, и вот два наборчика 374, а второй 186 у меня обошелся. Еще плюс скидка. Представьте, вот за какую сумму я приобрела эти наборчики. Итак, я побывала в двух Леонардо.
Какое любопытство разбирает приобрести по такой вкусной цене. Представьте, посмотреть наборчики, что-то выбрать. Ну, мы хомякозы, конечно, очень интересно. И не хотелось, конечно, пропускать такой шанс посмотреть, есть ли такие интересные наборчики купить по сладким ценам. Вы меня понимаете. Ладно, все, прекращаю свою болтологию и давайте посмотрим, что же я купила себе по этой распродаже. Итак, в Леонардо был большой ассортимент распродажи наборов от Панны на любой вкус и цвет. Но мне приглянулись три наборчика. Больше всего они понравились. Они мне как-то и раньше нравились, но я предпочтение всегда отдавала другим наборам и постоянно в корзинку свою ложила другие дизайны. Итак, это «Царевна-лебедь», артикул BC765. Вышивка в смешанной технике. В работе используется бисер. Дизайнер Марина Хромова. Размер готовой работы получится 27 на 27 сантиметров. 34 цвета мулине и 9 цветов бисера. Правда, конечно, такой мультяшный сюжет, но он мне очень нравится. Прекрасная царевна-лебедь. Симпатичный дизайн такой. Посмотрите, какая здесь канва. Сине-серого цвета такого. Ниточки и есть бисер. 9 цветов. Посмотрите, много металлизированных нитей. Класс. Здесь еще не все оттенки. Органайзер, как всегда, сложен пополам. Вот такой сюжетик за 199 рублей. Вернее, со скидкой 186 мне он обошелся. Вкусная, приятная цена. Замечательный дизайн. Следующий набор по 199 рублей – это «Мелодия Персии». В работе также используется бисер, вышивка крестом. Интересный восточный сюжет. Напоминает сказки Шахерезады. Сейчас я смотрю сериалы «Империя Кесем» и ранее смотрела «Великолепный век». Тоже нравится этот сюжет. Очень давно, но как-то все про него забывала. Интересный, правда? Итак, популярный дизайнер Наталья Васильева. Размер готовой работы получится 36 на 36 сантиметров. 44 цвета мулине и 4 цвета бисера. Здесь такие спокойные оттенки ниточек. Получится реалистичная картина и белая Аида. А каунт здесь 16-й каунт. Мой любимый размерчик канвы. Я смотрела на выставке, получаются намного реалистичнее и ярче, чем на превью набора. Так что буду с удовольствием вышивать чудесный сюжет восточный. Вот такой второй наборчик. Третий набор – это что-то для меня новенькое, так как выполняется в технике Long Stitch. 18-я Аида, и посмотрите, какие яркие цвета мулине. Мои любимые голубые. Зеленые, оранжевые, посмотрите, много цветов. Очень классный, конечно, выбор ниточек здесь. И это сюжет «Зимородок». Вот такая птичка в технике Long Stitch. Никогда не пробовала данную технику и очень любопытно, как же это все вышивается. Давно хотела и в этот раз решила, точно нужно брать и попробовать этот стиль. Дизайнер Марина Хромова. Размеры готовой работы 15 на 33 сантиметра. 28 цветов. По уровню сложности 3 звезды. Вот такая интересная птичка. Когда-нибудь обязательно отошью ее и попробую эту технику. Итак, мой улов – это всего лишь три наборчика, но они, считаю, что очень симпатичные и интересные. Было мало времени, закрывались магазины, может, что-то я себе еще подобрала, но, увы, не знаю, может, еще раз съезжу в Леонардо, если будет время, посмотрю что-нибудь еще для себя. Так что, девчонки, если у вас есть желание приобрести наборчики от Панны, отправляйтесь в Леонардо. И подберите что-нибудь для себя. По привлекательным ценам 50 и 199 рублей. По 50 рублей там совсем малышки такие. Может, для деток подойдут или кто любит миниатюрки. Есть также вышивка лентами, металликом и другие стили.
Я лучше себе выбрала вот эти наборчики, чему очень рада. На этом все. Спасибо за ваше внимание. С вами была Алла Белочка. А вам желаю хорошего настроения и творческих успехов. До новых встреч. Пока-пока.